15 марта 1945 года началась Верхнесилезская наступательная операция. Чтобы разгромить немецкие войска в районе города Опель, было предусмотрено одновременное наступление двух ударных группировок 1-го Украинского фронта. В результате тяжелых боев советские войска уничтожили более 5 дивизий вермахта, существенно подорвали военно-экономический потенциал Германии. С потерей Верхней Силезии она утратила четверть своего военного производства. В боях под городом Опель отличился наш земляк Павел Полубояров, герой Советского Союза, участник контрнаступления под Сталинградом, битвы под Курском, Берлинской и Пражской операциях, боев за Дрезден и многих других сражений. До победы оставалось 55 дней.